В этом году в 7 районов Карачаево-Черкесии привлечены 13 врачей различных специальностей. Они уже заступили на пост и получили все положенные им выплаты. Об этом сообщил глава региона Рашид Тимрезов. Президент России Владимир Путин всегда говорит о важности развития медицины на селе и привлечения узких специалистов, как раз одно из приоритетных направлений, благодаря которому медицинская помощь становится доступнее для жителей отдаленных населенных пунктов республики. С этой целью и действует федеральная программа «Земский доктор», которая соответствует целям нацпроекта здравоохранения и разработана по поручению президента России Владимира Путина. В дополнение к федеральной единой выплате предусмотрена и региональная – 100 тысяч рублей. Всего в 2024 году планируется привлечь 19 высококвалифицированных медиков. Власти республики продолжат пополнять кадрами сельские медучреждения. Так, за период с 18 по 23 год для работы в сельских населенных пунктах и малых городах по программе «Земский доктор» в Карачаево-Черкесии были привлечены более 160 врачей.